В деле Мартыненко НАБУ нарушают международные права и стандарты прав человека. Такое мнение высказал председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. По его мнению, это признак того, что правоохранительные органы продолжают совершать противозаконные действия. Захаров подчеркнул, что задержали Мартыненко без санкции судьи, а это нарушение Конституции и 5 статьи Европейской конвенции. Также вызывает удивление залог в 300 миллионов гривен. Столь крупная сумма, считает правозащитник, абсолютно противоречит всем нормам права. Да и оснований полагать, что экс-нардеп сбежит, не было. Он добровольно сдал мандат и приходил на все допросы.